Всем привет! Совсем скоро состоится игра между двумя СНГ-коллективами ProDota и Nightcore в рамках плей-оффа 13-го сезона Pro серии. И мы вновь берем интервью у Sunlight'а. Привет, Кирилл! Вчера у вас была игра с коллективом IRM. Скажи нам, была ли она легкой, либо же все-таки сложной? И, в принципе, твой комментарий по поводу этого матча. Привет! Да, вчера у нас игра была против Фенгров. Она была очень легкая. Я, конечно, не понимаю, почему мы играем в Bo5. Но раз бы 5, так бы 5. Но игра была реально легкая. Только там, за исключением второй игры, где мы решили One Scorers перетопикнуть. Хорошо. Следующий ваш соперник на этот плей-офф — это коллектив Nightcore. Скажи нам, как вам будет играться против этой команды? И, в принципе, подготавливались ли вы к встрече с ними? Я не знаю, кто сейчас там играет. Потому что последний раз мы играли с ними, может быть, даже... Они у нас были в группе, я точно не помню, на StarLadder, вот. Еще играли мы с ними на ProDota Cup, вот. Но я не знаю, просто будем играть там, и все. Нет, мы не разбирали их, не искали, потому что их нигде не видно. А кого бы вы хотели видеть против себя в полуфинале этого плей-оффа? С коллективом Сапфира, либо же все-таки с СВБ? Ну, вообще, наверное, нам удобно будет играть с немцами. Потому что мы их не знаем. Сибирин Валенки хороший коллектив. Вот. Ну, полегче, наверное, с немцами будет играть. Вам предстоит матч с одним из фаворитов в этом сезоне. И скажи, нам стоит ожидать сегодня чего-нибудь интересного? Ну, в принципе, да, есть пару идей. Будем стараться реализовать их. Ну и напоследок, чего бы ты хотел пожелать своим соперникам в этом матче? Честной игры. И все. Пожелаем Кириллу и его команде удачи в сегодняшнем матче. Ну а на этом наше интервью подходит к концу. Не забывайте про наши социальные сети, которые видите на своих экранах. На этом я с вами прощаюсь. Всем удачи и до скорых встреч.